I'm alive. Жена с утра суетится, да, мама, как утро суетится? Сок сельдерею. Будешь? Специально для тебя. Вовчик проснулся. И вот тороплюсь, чуть-чуть сделала. Сока не стала сразу все делать. Попозже, как мы проснемся, все клеим. Там бабуля сделала еще. А это Саня. Вот добавляю чай ферментированные. Два дня стоят замоченные уже. Шпинат. Заранее помытый у меня. И все. Это что за заклинание такое? Еще покружись, как будто это елочка. Вова, как ты кружишься? Ну-ка. Вова, давай. Все? Ура! Кажется, у нас получилось. Правда, совсем чуть-чуть. Ура! Вовчик пописил. А какать будешь? Куда идем? Подгузник пошли оденем. Подгузник оденем. Пойдем. Подгузник. Пошли подгузник одевать. Да. Быстро надо. С голой попкой нельзя ходить. Ладно. Ой, довели его. Ну ему скажи. Че, когда мы будем праздновать? Сегодня вечером родителей позовем. Климось, твоя кашка. Гули-гули с бабулей, давай. С бабулей и с Климом гулять, давай. С бабулей, давай. Вперед. Сколько там градусов? Сегодня 13. Такой мини-подарок бабушке Лизе. Помыла посуду, помыла полы, все убрала. Пока она гуляет с пацанами, сейчас придет домой, а тут чисто, ничего не валяется. Она это очень любит. Еще носочки надо собрать, чтобы она не ворчала, что вечно все валяется, не успеваю за вами подбирать. И тут все почти убрала. Вот это сейчас еще разберу. Стульчик, полы мыла. Свет отключили. Детей уложили. И что нам остается делать? Конечно же, что-нибудь пожевать. Сидим, едим чай, пьем. Вовочка! Ну все, будем... будем на ручках, да? Вот, смотрите, я выложила. Блин, я только собрала. Да, это Вовчик рассыпал. Да пусть он играет пока. В общем, выложила вот так вот капусту. Теперь у меня тут набор моих продуктов. На самом деле можно миксовать все, что вы захотите. Нужно сделать такой а-ля молочную смесь. Типа бешамель. Вот. Буду делать из замороженных и замоченных кешью. Вот не молоко мне тут чуть-чуть осталось, надо потратить. Вовчик тут на руках. Асафетиду добавлю. Это не то. Паприку обязательно. Прованские травы, горчицу, чеснок, возможно. И обязательно дрожжи пищевые, очень полезные для детей и взрослых. Здесь как раз-таки витамин В12, который нужен не только веганам, но и мясоедам. Если вы, конечно, не едите сырое мясо, если вы едите мясо вареное, то вам тоже нужен В12. Поснимайте, пожалуйста. Вот я уже включила. Вот сюда я выливаю не молоко, которое надо быстрее истратить. Горчицу дижонскую. Вова. Вот специю, асафетиду. Ну так, немало. Паприку. Вовчик ручку так убирает. Ну, боится якобы. Да, не мешает. Не, ага. Типа не мешает.
Так, вот эта ложка не очень удобна. Побольше можно. Так, еще хмель и сунели где-то. Не хмель, а прованские травы где были? Наверху. А я вроде во второй, доставала. Во второй, не здесь, во второй. Куда делась? Черт, поиграйся и дай, отдай. Ладно, тут где-то тоже есть прованские травы. Кинзы добавлю. Я столько что снимала, надо по камере проследить. Я сняла, показала, вот прованские травы, и что, куда пошла? Он их таскал. А, вот они, вот они. Я ей говорю, ладно, он таскал вот их. Же. Ну. Нет, меру не получается. Соус лишним не бывает. Вот такой красивый соус получился. Теперь заливаем все это. Ну, скажу я вам, соуса немного. Вот такое получилось. Отправляем в духовку. А что это? Это запеканка такая. Аккуратно только. Аккуратно. Там горячо. Когда нужно надеть перчатки? То два. А если... Давай, открывай. Вот на полочку ставь. Молодец, закрывается. Так, теперь перчатки сними и все на место. Пошли положи. Со мной в магазин, Климось. На место, вон туда. Набуся, садись с Климом. Мама в магазин сходит. Садись с этим залипушкой. Что? И все земляничные... Сына, отвисни чуть-чуть. Угу. Вова на тебе остается. Вот такое вот получилось. Будем пробовать попозже. Вот какая вкусная клубничка попалась. На здоровье, на здоровье. Тут еще мне перебирать и перебирать. Грибы моем. Хочу сделать что-то типа том-ям хочу сделать. Порезала имбирь, сельдерей. Перец. Знаете, все то, что было в холодильнике. Грибы скоро будут готовы. Еще тофу будет у меня тоже в супе. Грибы надо перемешать. Лимон забыла купить. Вот что. Высыпала перец. И все остальное. Наливаем сюда кокосовое молоко. Его мало, надо еще. Сейчас, подождите, вот такой супчик получился. Я уже попробовала, вкусненько. Кто пришел? В обуви прям. Вова? Алло? Топы надо снимать, Вовочка. И в кроксах. О, привет, вы все-таки пришли. Мы откуда знали? Я маме с утра написала, откуда знали. Лиза молчит. Я тебе написала. Лиза же не у себя дома, она поэтому не приглашает. Я тебе написала, приходите. Катя готовит, покушаем, да и все. Катя приготовила. Ну. Вова, пожалуйста, не трогай. Нельзя. Вот это нельзя трогать, а то бабах на тебя. Горячая. Понимаешь? Нет. Все, слезь, пожалуйста. Ну что за привычка на стол лезть? А ну устала я уже от этого. Да потом. Нет. Вот у нас суета. Саня пришел с работы. Стол скромный накрываем. Здоровый, да? Здорово. Привет. Как дела? Как дела? Пойдет. У вас как? Нормально. Вот и Клим. Да, сейчас все узко. Да. Ну вот такой у нас дружный столик. Сейчас будем бабушку Лизу поздравлять. А ну-ка давайте в костюмах поздравляйте бабулю. С днем рождения. Не, ну еще раз поздравь, ничего страшного. Желаю счастья, чтоб ты всегда была здорова, чтоб все тебя любили, и еще ты всех любила. Ну, молодец. Ура!
Машка. Бабушка. Маску надевай, ты же не должен быть рассекречен. Оп, все. Напугал Клим своим костюмом. Давай меня. Happy birthday торт такой тоненький. Тот как блин. Это блин, а не торт, Катя. Так. Бабуся, пой. Нет, пой, пой. Днем рождения. Молодец. Мы уже быстро убрали дружненько. Все загрузили в посудомоечную машинку. Первый раз за все время. Сейчас еще вот эту кастрюлю надо помыть. Весь суп съели, было очень вкусно. Осторожно. Ну-ка, покажи, как бабушка ругается. Как бабуля ругает Вову? А ну-ну-ну, как говорит? А как мама ругает? Давай одеваться. Нет. Как? Надо. Надо одеваться, Вова. И баю-бай. Баю-бай, пошли. Баю-бай. А где бабуля? А мама где? А где Вова? Мама. Где Вова? Мама. Где Вовочка? Вова где? Вот Вова. Вот это Вова. А как бабушка ругается? Как бабушка? Вот так, да. А где папа? А где Клим? Там, да. А где Вова? Мама. А где Вова?